Посмотрите на наш волшебный город Энергоград. Он располагается и на земле, и под землей. Его жители – теплячки и светлячки. Как думаете, почему теплячки и светлячки? Потому что они всем дарят тепло и свет. Не просто урок, а погружение в мир энергетики. Сегодня воспитанникам социально-реабилитационного центра предстояло отправиться в путешествие по волшебному городу Энергоград. На помощь к ребятам пришел один из его жителей, уже знакомый многим, Теплослав. Он рассказал, как устроены коммуникации, чем занимаются энергетики и насколько важна их работа. А еще детям напомнили о том, как вести себя вблизи различных коммунальных объектов. Я узнал, что это люки очень опасны. Теперь я их буду всегда обходить, даже если они крепко очень закрыты. Сотрудники компании «Т-Плюс» такие мероприятия проводят уже на протяжении многих лет и обязательно в игровой форме. Так дети лучше усваивают информацию. И, как уже показывает практика, сам урок для них становится настоящим праздником. Мы рассказали им, что такое люки, что такое теплотрассы, откуда приходит электричество, как с ним нужно обращаться. Поэтому, вы видели отклик, да, ребята слушали все это просто с открытыми ртами, им это очень интересно. Ну и нам, конечно, большое удовольствие доставляет с ребятами взаимодействовать. И это уже не первая встреча энергетиков с воспитанниками социально-реабилитационного центра. Сотрудничают они уже год. Компания проводила для детей новогодний праздник, а для старших воспитанников экскурсию по ТЭЦ. Узнать о том, что есть люди, которые дают свет и тепло, и при этом они еще и рассказывают, как нужно правильно себя вести, конечно, это очень полезно для детей. И когда это все сопровождается такими яркими впечатлениями, яркими эмоциями, праздником, конечно, у ребят, я думаю, что это просто очень хорошо закрепится. Праздничный урок в социально-реабилитационном центре был организован в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче», партнером которого выступил Фонд энергосбережения и экологии Владимирской области. Одна из целей фестиваля – популяризация бережливого отношения к природе и знакомство с современными энергоэффективными технологиями. Энергетики в нем принимают активное участие. Они подготовили целый цикл мероприятий, причем не только для детей. В ближайшее время представители энергокомпании посетят колледжи и вузы с лекциями и мастер-классами.